Когда я подошла к молодому человеку, он просто лежал на асфальте. Он захлебывался кровью. Ребята, соответственно, три молодых парня, максимум до 23-25 лет. Я знаю, сейчас расскажу про камеры отдельно. Эту ситуацию мы проконтролировали полностью, поэтому я не зря выхожу в эфир для того, чтобы осветить полностью всю картину происшествия. Молодой человек захлебывался кровью, естественно, там парни, да, сейчас он отойдет, встанет и пойдет. Я говорю, что, охренели, сколько вы здесь стоите? Ну, минут 7. Скорую вызвали? Нет, не вызвали. Я не понимаю, в смысле не вызвали? Я вызываю 112, соответственно, позвонила 112, через 112 переадресовали 103, вызвали скорую. Скорая ехала, первый мой звонок был в 03:09, скорая приехала в 03:58. Я думаю, вы с математикой дружите, немножко провели анализ, в течение которого времени приехала скорая. После, соответственно, я позвонила в милицию, приехала милиция, милиция приехала быстрее. С телефона милиционеров я попросила вызвать скорую. Возможно, с обычных физических лиц граждан они реагируют не так быстро. Но когда они позвонили, никакого не возымело это действие. То есть мне сказали, девушка, у нас коронавирусные, подождете. Я говорю, здесь молодой человек захлебывается, умирает, лежит на проезжей части. У меня что, я не пойму. У нас люди умирают только от коронавируса, или мы можем исключать раковых больных, людей, которых травмировали на улице как-то, вот таким вот образом.